У сьогоднішньому випуску «Спорт у місті Н» вправець фітнесу покаже та прокоментує досвідчений тренер, чемпіонка України та Європи з пауерліфтингу і фітнесу Тетяна Балашова. Здравствуйте, дорогі телезрителі. Мене звати Тетяна Балашова, я тренер по фітнесу. Сегодня мы начинаем цикл передач с комплексом упражнений, которые позволят вам сделать вашу фигуру стройной, красивой, подтянутой, здоровье более здоровым и бодрым, а настроение хорошим. Сегодня мне поможет в моих тренировках Леночка. Я буду рассказывать, а она будет показывать. Сегодня работает она. Как вы знаете, любая тренировка начинается с разминки. Для этого нам нужно разогреть все мышцы нашего тела, для того, чтобы приступить к более интенсивным тренировкам. Начинаем мы с поворотов головы. Леночка становится и начинаем. Круговые движения головой. Достаточно сделать 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую сторону. Максимально можно в сторону, можно полностью назад голову, со спины. Потом начинаем плечики. Круговые движения плечами, для того, чтобы наша спинка начала работать. Назад и вперед. То же самое, по 10 раз этого достаточно. Для тех, особенно, кто начинает. Потом переходим к ручкам. Ручки перед собой, ножки на ширине плеч. И начинаем отводить ручки назад и вперед. Назад отводим выдох. Соединяем вдох. Интенсивно начинаем увеличивать скорость. 10-20 раз. Хорошенечко сводим лопаточки, не просто ручками машем, а максимально прорабатываем верхнюю часть спины. Молодцы. Теперь мы разогреем наши ножки. Поставили ножки на ширине плеч, ручки перед собой, для того, чтобы равновесие держали. Упираемся на пяточки, отводим таз назад и приседаем. Так, чтобы наши пятки все время были на полу, не отрывались от пола. Вниз вдох, поднялись выдох. Встаем полностью, садимся попа ниже параллели. Включайте себе музыку и хорошенечко, весело. Садимся ниже параллели, пятки у нас не отрываются. Все делаем с хорошим настроением. Молодец, Лена. Теперь разогреваем заднюю поверхность бедра и спинку. Отводим попу назад, ручки скользят по ножкам и встаем полностью. Вдох, вниз, выдох, вверх. Вдох, вниз, выдох, вверх. На пяточки упираемся, при наклоне чуть сгибаем коленочки. И так то же самое. 10-20 раз, это минимум вы должны сделать. И хорошо, достаточно, спасибо. Разогрелись, начинаем тренировку. Берем гантелечки, ставим ручки перед собой. Параллельно полу держим руки и начинаем, прижали руки к себе, начинаем удары вперед. Приставляем ножку, отводим локоть в сторону и начинаем медленно. Потом добавляем скорость и хорошенечко выкидываем ручечку вперед. Так, чтобы вы чувствовали жжение в плечах. Значит, вы на правильном пути. Так тоже мы делаем. Ну, если не в количествах раз, то по 30 секунд вы должны сделать точно каждой рукой. Особенно тех, кто начинает. Ручки перед собой. Второе упражнение для рук. Отводим локти назад, сводим лопатки. И вперед выпрямляем. Вдох, выдох, вдох, выдох. И начинаем тоже максимально скорость набирать. Прорабатываем плечи, ручки, спина, грудь. Если вы хотите уменьшить объемы в руках, в плечах, это упражнение для вас. 30 секунд, минута мы работаем. И делаем подъемы рук в сторону. Чуть-чуть сгибаем локоть и поднимаем гантельки. Выдох. Как будто выливаем воду из стаканчиков. Выдох. И то же самое набираем скорость. Раз, 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 раз. Повторяем 10-20 раз. Чем больше у вас вес в руках, тем меньше количество раз вы сделаете. Но не менее 20 вы должны сделать. Переходим к ножкам. Поставили ручки. Делаем выпад назад.
поднимаем руки вверх, одна нога. То же самое, впереди стоящая ножка не отрывается от пола, все время упираемся на пяточку. Следим за тем, чтобы здесь у нас был прямой угол впереди стоящей ноги. Второе упражнение для ног, сейчас еще одно сделаем. То же самое, ножки поставили чуть шире, чем плечики, носочки вперед, ручки перед собой. Опускаемся вниз, вдох и выдох, ручки опустили. И при подъеме, при выдохе встаем. Выдох. Выдох. Держим все время ножки, колени параллельно друг другу, пятки не отрываем от пола, спина прямая, смотрим вперед. Хорошо. Убираем гантелечки, переходим к отжиманиям. Отжимания мы выполняем ножки на ширине плеч, ручки шире, максимально широко на уровне груди. То есть не ставьте ладошки, не ставьте далеко от головы, вот у груди, на уровне груди ставим ручки. И начинаем, опускаемся вниз, вдох, поднялись, выдох. Так опускайте, что у вас должны лопатки свестись. Это для сильных. Для начинающих мы становимся на колени, коленочки вместе. И то же самое выполняем. Таз параллельно полу, попа у нас не торчит, пресс максимально напряжен, вниз вдох, поднялись, выдох. Тоже начинайте с 10 раз, но если вы сделаете 20, это будет прекрасно. Итак, мы тоже делаем по 3 подхода. Каждое упражнение мы делаем по 3 подхода, 10-20 повторений, в зависимости от подготовки. Ложимся на пол. Если у вас есть мат, прекрасно. Нет, значит, постелили себе что-то наподобие мата или у вас ковровое покрытие. В общем, находим любые средства для того, чтобы это сделать. Противоположная рука-нога, мы подъем, делаем подъем, тянемся к носочку, опускаемся, вдох, коснулись локтем и на выдохе поднимаем ножку. Опорная рука на полу, мы упираемся в пол и опорная нога противоположная. И подъем, выдох. Выдох, старайтесь так встать, чтобы у вас осталась только ладошка на полу. Делаем по 10 раз. Это минимум, максимум по 20 раз. Это была наша первая тренировка. Тренируйтесь с нами, и все будет хорошо.